Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого основан еще в 1899-м. Среди выпускников этой высшей школы старший вице-президент банка ВТБ Юрий Левченко, генеральный директор Аэрофлота Виталий Савельев. Ну что тут скажешь, и правда, птицы высокого полета. Сегодня здесь, на низком старте, готовится взлететь к звездам человек совершенно незвездной профессии. Здесь, в Питерском политехническом, вытачивает гранит науки лучший токарь России. Сегодня у нас есть задача поговорить о возникновении философии. В учебной аудитории на лекции по философии она слушает о диалектике Гегеля, а думает только о нем, ну или о них. Нам показали станки. Я так посмотрела, меня это не испугало, понравилось. Екатерина Подоприхина 3 года назад взяла и заточила всех мужчин России. В 2013-м на конкурсе WorldSkills Russia в номинации «Токарное дело на станках с ЧПУ» стала лучшей из лучших. И все сразу поняли, токарям, мужикам, здесь не место. Мне понравилось обрабатывать металл, нравится, как снимается стружка. По гулкому коридору с токарем Подоприхиной мы идем, чтобы увидеть, с чего все начиналось. Бог ты мой, какой раритет! Этот станок 72-го года. Вот на таком я начинала работать. Так, ну с чего все начинается? Сейчас я оденусь, следуя технике безопасности. Берем волосы. А косынка обязательно, да? Косынка обязательно или шапка, чтобы волосы не падали. Так, халат. Обязательно халат. Косынка, халат, а девичьи руки-то помнят. Помнят и знают, насколько это не женская профессия. А сколько она весит? Вот я не знаю, сколько она весит, но мне это двигатель тяжело. Да, трудновато на самом деле. Слушай, так и качаться можно? Ну да, при сверлении как раз одной рукой сверлишь, другой еще сажью поливаешь. И фитнес-клуб не нужен, да? Фактически, да. Кать, ну покажешь что-нибудь, вот что ты можешь? Да, я сейчас покажу. У меня по технике безопасности это головные очки. А вам придется отойти, как-то нет ни халата, ни очков, ни косыночки. Хорошо, покажу, жду. Чем порадуешь? Такой, Катя? У нас получился штуцер. Штуцер. Ювелирная работа? Да. Заставить. Равнять. Смирно. Ровная середина. Товарищ майор, представляю личный состав 203-го учебного взвода для проведения практического занятия. Дожил отдел полиции капитала. Здравствуйте, товарищ курсант. Здравия желаю, товарищ майор. Вольно. Встать в строй. Вольно. Этот товарищ майор – горячая штучка. Тема сегодняшнего занятия – практические стрельбы с пистолета Макарова. Глазами не стреляет. Веронику уж точно коня на скаку остановит выстрелом в упор. Раздача выдать смене оружия. Майор Клызбаева – преподаватель кафедры огневой и тактика специальной подготовки Уфимского юридического факультета МВД России. Смена, заряжай! Внимание, смена, по своим мишеням! Огонь! Она проверит мишени, а после сама разрядит магазин. Вот ее шопинг. В норковой шубе на шпильках Ирина Гладкая не спеша заходит в здание. Спустится по лестнице вниз и зайдет в раздевалку. Все, что произойдет дальше, мужской логике никак не объяснить. Ну что, начинаем греться, разогреваемся и потом на 5-2. Бицепс. Такое могут только они. Что ж тут скажешь, слабые женщины. Вначале бицепс, потом трицепс. Катюша, ярчайший ты человечек группы нашей. Пусть чувство ритма, как и красота твоя, никогда тебя не покинет. Спасибо. С 8 марта. С
Самый возрастной герой нашего репортажа Вячеслав Иванов свою студентку не забудет. Ее поздравляет, а вместе и всех женщин страны. Милые женщины, мы вас любим, мы вас поздравляем. Вы очень талантливые, вы умелые. Вот мы здесь говорили об одной из вас. Так вот, каждая из вас такая же талантливая, как наша Катя. Цветочком в поле, я пчелкой лепестки. Владимир с абсолютно музыкальной фамилией Прокофьев не попадает ни в си бемоль, ни в ре диез. Но, может, это не важно, он поет-то сердцем. И, может, самое главное, чтобы мы, мужики, попали и запали нашим женщинам в душу. Раз и навсегда. А они этого достойны. Тебя все равно найду. Ау, ау, ау. Эгегей. Если станешь ты гитарой, я пары возьму на пятом ладу. Хоть прячься, хоть не прячься, все равно моя ты. Ду-ду-ду. Если станешь ты розеткой,